Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, истинные ценители прекрасной музыки. Мы рады приветствовать вас в дни равноденствия во время прекрасного праздника Навруз во Дворце культуры Фархад на концерте «Весенние мотивы» Народного оркестра русских народных инструментов «СКАЗ» и лауреата международных и республиканских конкурсов, обладателя медали «Шухрат» Сережана Жанахметова, посвященной 60-летнему юбилею Новоильского горно-металлургического комбината. С праздником вас! Добро пожаловать! Дорогие друзья, ваши аплодисменты оркестру «СКАЗ», их руководителю-дирижеру Шавкату Маматову. Дорогие друзья, сегодня нас с вами объединяет любовь к музыке, любовь к прекрасному, к человеку, к природе, к солнцу. И нет на свете абсолютно безразличных к музыке. Да что говорить, давайте слушать. Под ваши бурные аплодисменты встречайте обладателя прекрасного голоса и невероятного обаяния Сережана Жанахметова. Sharing the fruit.
Уважаемые гости, я немножко волнуюсь, прошу поддержать и желаю хорошего настроения. Следующая композиция. Конечно, сегодняшний концерт мы посвящаем любимому нашему комбинату. Скоро будет 60-летие нашего любимого комбината, который все мы трудимся. И следующую композицию мы посвящаем всем защитникам Родины. Господа офицеры, подтянутым нервом, я аккордами веры эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, чего-то не жалея, свою грудь подставляет за отчизну свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь изгадив,
кто карьеры не делал от солдатских кровей. Я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваши сердца под прицелом, за отчизну и свободу до конца. Вашу веру на разрытых могилах ваши души хрипят. Что ж вы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь загадка. Отчизна, как бывало не раз, и опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда же вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете. Свободу до конца. Офицеры, офицеры, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучат сердца. Зор қошылар яратамыз ба көлеміз деген үміт бар. Рахмат. Kendilere boyor kışlar inman, keçerleri yor bedor inman,
Песню мне научил мой папа. И каждый вечер он мне перед сном напевал. И, конечно, я всем желаю, чтобы ваши папы вас никогда не покидали. Спасибо. Özümden kor.
оркестр «Сказ». Песня получила широкую известность после исполнения Муслима Магомедовича и до сих пор не утратила свою уникальность. Специально для вас. Море, море, преданным скалам,
Аплодисменты оркестру «Сказ» и дирижеру Шавкату Маматову.
Народный оркестр русских народных инструментов «СКАЗ». Руководитель и дирижер Шавкат Маматов. Как молоды мы были. Эта песня была написана в 1975 году композитором Александрой Пахмутовой и Николаем, на стихи Николая Добронравова. И в этом ролике давайте вспомним тех, кто вкладывал свой талант, свою частичку в творчество оркестра «СКАЗ». Внимание всех на экран. Как молоды
Аплодисменты оркестру «Сказ» и Шавкату Маматову. Рахманова. Аплодисменты. Оркестр «Сказ». My blue sweet shoes, let me down, step
face, saying my name all over the place. Wasn't a thing that you wanna do, but a holiday on blue shades, and don't you step in my blue sweet shoes. Well, I can dance and sing, but they did off my blue sweet shoes. Yeah! Digging my liquor from an old fruit jar. Wasn't a thing that you want to do, but a holly on blue shades, and don't you step in my blue sweet shoes. Well, I can dance and sing, but let it off my blue sweet shoes. Oh yeah! Лауреат международных и республиканских конкурсов, обладатель медали «Шухрат» Сережан Жанахметов. Оркестр «Сказ» Шавкат Маматов. Я про все.
Құрматыңыздар, кейінгі наубаттағы қоршауымызда біз композитор Шұрат Закиров білен ватанымыз мұстақылы 25 жылдық арафасында бастырған едік. Қазір шыны сізлерге күйлі бір мақшыман, мәндіма де мақшыман. Ватанымызда хамича тіншілік болсын, халқымыз бой болсын. Бізде есі ватанымыз равнақы үшін, ватанымызды баланд, ноталарда күйләшті чәрчәмәйлік. Өзімізді өзгіна, өзі де ватанымызға деген қыстамызды құшайлік. Садық ватанымызға оғылан болайлік. Баршаларыңызды келі өткен байрамлан білан табриклеймін. Сказ молодой и талантливый маэстро Шавкат Маматов, обладатель медали Шухрат, лауреат международных и республиканских конкурсов Сережан Жанахметов, солистка оркестра Дильфуза Рахмонова и, конечно же, народный оркестр русских народных инструментов «Сказ». Сережан Жанахметов и оркестр «Сказ» благодарит руководство Новоинского горно-металлургического комбината, а также всех
технические службы и администрацию Дворца культуры «Фархад». Ну а вам, наш дорогой зритель, мы говорим огромное спасибо за внимание. До новых встреч в нашем любимом Дворце культуры «Фархад». С праздником вас! С праздником вас! С праздником вас! С праздником вас!